80 лет назад, 27 января 1944 года, зимнее небо украсилось разноцветными огнями праздничного салюта в честь снятия блокады Ленинграда. Беспримерен подвиг защитников северной столицы России, огромен их вклад в великую победу. О стойкости жителей осажденного города вспоминали в этот день по всей нашей стране, в том числе и в Славянске на Кубани. Героическая оборона Ленинграда стала одной из самых ярких и трагических страниц Великой Отечественной войны. К традиционной всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб» присоединился и наш муниципалитет. Не случайно эта акция так называется. Символом несломленности Ленинграда стал кусочек хлеба, который ежедневно выдавался жителям. Активисты местного отделения волонтеров Победы, движения первых, юнармии, Купсомола, Славянского района участвовали в проведении акции. Если вы видите на городских улицах волонтеров, которые раздают листовки и 125 граммов черного хлеба, не проходите мимо, вспомните о величии духа блокадников. Это очень значимое событие в нашей стране, потому что это событие, оно только подчеркивает силу духа, стойкость и несгибаемость нашего народа. Это действительно то событие, о котором стоит помнить. Забыть можно многое, но точно не это. Это на самом деле были очень страшные дни в истории нашей страны. И люди действительно стояли до самого конца. Для нас, ленинградцы, пример мужества и героизма. Это те люди, на которых действительно стоит равняться. Это нужно помнить обязательно, чтобы не было, не повторялись такие события. И вот этот кусочек, там сколько, 125 что ли граммов, суточная норма была жителя Ленинграда. Но сейчас смотришь на него, кажется, как можно прожить вот на такую мелочь. Но люди жили, выживали, ждали победу. Так что немного осталось уже людей, которые пережили эту блокаду. Пункты выдачи хлеба были в центре нашего города, в парке имени Пономаренко, на Кубрисе и у входа в Северный парк. Славянцы и гости города охотно принимали участие в патриотической акции. Для нас, студентов филиала Кубанского государственного университета, большая честь принимать участие в акции всероссийского уровня «Блокадный хлеб». Мы помним все подвиги ленинградцев, знаем, как они сражались. Вечная им слава. Славянцы получали от волонтеров листовку и кусочек черного хлеба как символ памяти о подвиге. Многих людей эта блокадная пайка трогала до глубины души. Ленинградцы это самый, как говорится, был выдержанный народ тогда. Да. И самый мужественный он там, как говорится. Делились коркой хлеба. Каждый год это так делается. Я здесь прохожу всегда и все время, как говорится, поминаю их. Сколько бы лет ни прошло, мужество и доблесть защитников города не забываются. Именно они служат примером для подрастающего поколения. Вечная слава героям легендарной блокады. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыко, программа «События».